Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить с вами Луны Тюнс. Так, что у нас тут? Давай-ка, Даффи, иди дальше делай задание. Так, Бакс Банни. Шикарно. Давайте пускаем, пойдет копает ямки у нас. Так, секунду. Жалко, нельзя здесь громкость немножко уменьшить, потому что орет как сумасшедший. Ладно. Здесь взяли... О, у нас сундук открылся, ребят. Ну-ка, что из него выпадет? Ну что ж, довольно неплохо, я считаю. И у нас освободилось местечко для следующего сундучка. Так что скоро мы его туда поставим. Так, что у нас тут такое? Ух ты, еще один ящик. Давайте его назначать. А этот открываем. Так, охрану надо, да? Понятно. Давайте выставим охрану. Назначаем. Так, а этот нам нужно... Подожди-ка, награды защитников. Забираем. Так, и еще. Отлично. Ну что, кто еще у нас тут свободен? Где бегает без дела? Ага, вот, Пигги. Давай тоже беги на задание. Поливай свои маргаритки. Так, Пепе. Самодовольный. Да не ты, елки-палки, я же не тебя хотел, а. Сильвестр мне нужен, вот, фотограф. Пускай рекламирует дальше свою студию. Забираем здесь с вами бонусы. Так, давай сюда, не жмись. Ну и что у нас осталось? Еще три билетика, да? Ну что ж, давайте крутить тогда рулетку и посмотрим, кто нам выпадет. Ага, Даффи. Поехали дальше. Опять Даффи. Ну, а на этот раз кто? Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Три раза подряд и все, Даффи. Ну что же, ладно. Так, что мы с вами можем сделать? Пока вроде бы все, да? Ну вот Бакс Банни тут опять у нас что-то сделал. Иди вот на серьезное задание. Ну а мы с вами, наверное, пойдем повоюем маленько. И у нас здесь что? Давайте вот этого глянем, а? Я думаю, вы не против будете. Мне очень интересно посмотреть, что там за новые персонажи. И Элмора возьмем. Все, поехали в бой. Ну, я думаю, справимся. Должны. Так, и с кого бы нам начать? Даффи в такой шляпе. Наверное, мы будем с вами начинать со свиньи. Да-да-да, к тебе подарок. Так. Повышает защиту и крит. Вот это мне не нравится. Давайте добивать свинью. Ты смотри, что делает. Ох ты, смотри, повариха ты чертова, а. Бумкнуло-то нехило. Так, порки давай. Подхил. Ну и теперь, наверное, мы будем с вами бомбить Даффи. Да-да-да, именно тебя. Даже не смотри так. Ох, ничего себе он ударил. А как тебе плеточкой? Думаю, понравится. Готов, огурец, уносите. Так, ну тебя, естественно, сундуком. Вот расстрелялся-то, а. Курица, ты-то куда лезешь, а? Твое место в курятнике в данный момент. Да-да, охотник. А ты что думал? Так, ну что ж, давайте тогда немножко отхилим Элмора у нас. Рикошет. Готово. Так, кнутом, наверное, мы ее добьем. Нет, смотрите-ка, не получилось. Все, отлично. Победа за нами. И мы получаем, ребята, 8-й уровень с вами. Так, сундук. Его, естественно, назначаем в банк. Выставляем охрану. Так, Элмор, ну давай, что ты?
и кот-фотограф. Защищайте. Кстати, вот за защиту сундука они и получают у нас опыт. Так, а здесь у нас опять они сделали задание. Интересно, я могу какое-нибудь здание сейчас улучшить или нет? Скорее всего, нет, потому что ничего не обозначается у нас. Так, давайте крутанем рулеточку. Да ладно, вы издеваетесь уже, на самом деле-то. Ты что, заклинила, что ли, тебя, а, рулетка? О! Ёлки-палки, ребята, у нас новый персонаж. Давайте открывать его. Это у нас в лесу. Вот, кто же это такой? Фогорн Бойскаут. Отважный защитник, за его медленными атаками скрывается очень мощный удар. Так, Шандарах наносит средний урон. Так, Скаут на два хода получает провокацию. Так, избиение в лесу. Демонстрация бицепса. Свирепый петух. Будьте готовы. Очень интересно посмотреть на эти все скиллы. Давайте его активируем. О, красавец какой. А где дубинка-то? Чё-то без дубинки помахал. Так, и я думаю, мы повысим с вами уровень. Ёлки-палки, нифига, у нас столько денег. Отродясь столько не было. Я теперь могу тут всех заапгрейдить. Причем спокойно. Так, давай. Эх, до 10 уровня не хватает. Но так тоже неплохо. Так, и у нас тут что-то, кстати, новенькое. Так, задание забираем. Так, какой-то домик, что ли, мы можем сделать? Или что он нам там обозначает? Так, а вот у нас и петух. Понятно. Все, ребят, у нас с каждым разом все больше и больше персонажей. Скоро у нас будет вообще такая огромная армия. Разных всяких. Единственная проблема, это, конечно же, их раскачать всех. Ну-ка, могу я улучшить? Нет, не хватает 6 гидрантов этих. Жаль. Так было бы неплохо. Давай, иди поливай свои маргаритки. Ну и вроде бы как тут все. Здесь у нас... Ага. Давай-ка вот сюда иди. Ну, здесь домов-то еще, ё-моё, сколько можно расставить. Интересно, а это что такое? Опа-на, строение. Мы с вами что-то можем улучшить. Так, улучшить, улучшить, улучшить. Смотрите-ка. И все дают... А что, интересно, они дают после улучшения нам, а? Вот что мне хотелось бы знать. Так, давайте мы, наверное, вот этот улучшим, потому что здесь у нас два персонажа, да? То есть они будут у нас получать два усиленных задания. Да? Давайте сделаем здесь улучшение. И мы будем получать с вами вот такие вот штучки, листики. Так, это уже на следующих там улучшениях. И всего их 10. Хорошо, давай, апгрейд. И 15 зеленых листиков нам нужно, чтобы сделать... очередной ап. Ну что ж, довольно неплохо. Давай иди. Так, мы опять сделали задание, забираем. Так, кристаллики копим и опыт. Вроде бы пока, ага, вроде бы пока все, не все. Вот, ребят, как я вам говорил, смотрите, что он может найти: баллончики какие-то, наковальню и магнит. Ай-яй-яй-яй-яй, у меня не хватает вот этих вот энергий. А как же нам ее достать? Где ее добыть? М? Кто знает? Вот, теперь я могу. Давай, иди. Так, ну-ка, Селестр, на тебя хватит? Нет? Не хватает. А где же взять-то мне их? Так, ну-ка, подождите-ка, давайте-ка кое-что глянем. Где у меня тут? Что это за ящик лежит? Понятно. Так, ну что, они все пока еще у меня делают задания. Ладно, тогда мы с вами сходим на бой.
и выберем с вами. Давайте-ка глянем, что это за бабуля и что она делает. Атакуем. Я возьму, посмотрим этого петуха. Так, кролика. Нет, кролика не будем, наверное, возьмем Сильвестра. И нам нужен лекарь обязательно. Так, пиги. И, скорее всего, даже не знаю. Черт, кого же взять-то? Давайте баню возьмем. Поехали. Сейчас я хочу посмотреть, что эта бабушка все-таки делает. Что это за старушка, главарша бойскаутов, я так понимаю. Нет. Нет, это... Так, давайте вот начнем с фотографа. Да-да-да. Отлично. Опа. Что это такое? Ничего себе прикол. Оу. Все, я теперь, кажется, ребята, понял. Это не бабушка, это жена Элмора. Скорее всего, так. Хотя я могу и ошибаться. Оу, повышение атаки. Нет, браток, ты тут уж извини. Так, бабулю эту надо срочно накумаривать. Так, что у нас тут петух может делать? А что это интересно? Это, по-моему, провокация. Давайте вот так вот. Из-под тишка. И кнутом, наверное, мы ее все-таки добьем. Да, отлично. Оу, койот, ты что делаешь? Смотри-ка, разбушевался он здесь мне. Так, этому не бывает, лечимся. Отлично. И теперь кнутом, я думаю, мы его сейчас добьем. Да-да-да, я вижу, что он взгрустнул. Так оно и получилось. А ну-ка, что это такое у нас? Провокация и повышенная защита у нас. А это? Ага, провокация. Ну, я не знаю, что он сейчас будет делать-то у нас. Фу. Да, петух, кстати, очень жирный, вы видели, да? С выстрелом всего 90 хп снес, когда у обычных по 150-160 отнимает. Да-да, тебе подарок. Нормально, ребята, мы выиграли с вами. 3 звезды, как полагается. 3 билетика, все как нам нужно. Сейчас будем крутить рулеточку, вдруг кого-нибудь еще с вами откроем, да? Давайте, за 1 кристалл, я думаю, можно позволить себе открыть его здесь. Ну, так, монет. И все, что... 24 монетки, да вы издеваетесь надо мной. Ну ладно, пошутили они так, а? Так, иди. Где у нас этот Даффи, Даффи? Постой. Давай, иди. Так, ну и крутанем, пожалуй, рулеточку. Опа, на охотник. Ух ты, скоро можем его открыть. Так, бабуля. Ух ты, 100 карточек нужно, чтобы ее открыть. И... Бань, я думал, выпадет на золотые. Ладно, здесь вроде бы как все. Давайте-ка вот мы вот этих заберем. Так, а вот ему сделаем вот это вот. Так вот, будет оно лучше. Да-да-да-да, так, пиги. Давай-ка. Вот гидранты нам как раз нужны. Пускай он их и собирает. Ну что же, нас ждет очередной бой. Поехали. Кого бы взять, а? Я вот думаю. Этих мы вроде бы смотрели с вами. Здесь тоже вроде как. Давайте кого-нибудь пожирнее. Кстати, вот эти, ребята, 4 персонажа, это те же самые, что мы, когда уходим из игры, оставляем на охрану ящика. Вот это тоже самое. Те же самые охранники. То бишь, если кто-то играет в игру, да, например, там, мое имя, значит, это мой ящик. И моя стража там. Ну, давай, давай вот этих вот. Посмотрим на них. Так, Банни, Сильвестр, курица. Мне она понравилась в плане того, что она очень жирная и непробиваемая. И, конечно же, хиллера. Поехали. Так, что-то там падает, подготавливаются. Видно, сценку подготовили. Ух, ничего себе!
три петуха. Да это уже, по-моему, чересчур, ребят. Отлично. Так, койот тут, как всегда, начинает прикалываться. Отлично, минус один, ребят. Так, я даже не знаю, ну давайте койота, наверное, накумарим. Потому что он, знаете, оу, томагавк летает. Ладно, мы сейчас сделаем вот так вот. Защиту повысим и провокацию. И он делает то же самое. Ах, хитрец. Я не могу выбрать койота. Я хотел его добить, но не получится. Сильвестр довольно неплохо лупит. Это что это он тут себе сделал такое? Аж тройное. Ёлки-палки, я даже не знаю. Давайте. Ну, он не добьет однозначно. Так, вот кнутом, да, мы сделаем это дело сейчас. Все. И остался у нас койот и петух с томагавком. Да получи ты тогда. Вот, давайте койота добьем. Черт, нет, не получилось. Сейфом добили. Так, и теперь нам надо, наверное, отхилиться маленько. Давайте сделаем. Отличненько. Так, ну что же, пора тебе познакомиться с быком. Все, и добиваем, наверное, сейфом. Отлично, ребята, победа за нами. Так, опять три карточки. Сундучок. Сейчас мы его с вами, блин, вскроем. Ну, а что же делать? Не выбрасывать же. Так, ух ты, гидранты нам достались. Значит, мы, скорее всего, по-моему, 4 или 6 там надо было, я не помню. Сейчас глянем. Да, мы можем с вами улучшить. Так, какой здесь домик? Ага, вот здесь вот. Так, смотрите-ка, мы можем здесь улучшить. Рыночная улица. Так, а здесь у нас только один код. Фотограф. А что, нам делать нечего, ребят, придется улучшать. Хотя мы можем и Пепе, но ведь рано или поздно нам откроются эти персонажи, так что лучше здесь. Шикарно. Так, сделали свое дело. Подожди, что-то не то я нажал. Дафи, куда побежал, а? Иди давай, восхищайся собой. И у меня, ребята, ноль. Я не могу заказать еще. Ну, дай гидран. Гидран давай. Нет, он дал только мне монетку. Да, монетки-то у них выпадают чаще, чем бонусы обычные. Смотри, что делать, а? Только лишь монетки добывают. Вот хитрецы. Ладно, крутим рулетку. Опять бани. Что ж ты будешь делать-то, а? И, о, петух. Нормально, что-то новенькое, по крайней мере. Отлично, кого дадут? Так, три карточки бани. Ладно, я не возражаю. Так, задание. Забираем. У нас, кстати, ребята, скоро 9 уровень будет. Ух ты! Смотрите, какие уже сундучки-то, а? И уровни 11. 11 уровня, да? Тут 12. Угу. Так, давайте-ка, наверное, вот этого попробуем. Так, так, и вот так. По силе я его превосхожу, и причем довольно прилично, на целую 1000. Думаю, проблем не будет. Ну что, вы там подготовились? Так, кого начнем? Слушайте, я думаю, вот этого, он с кнутом, он довольно сильный. Ах ты, смотри, что делает. Вот о чем я вам, ребята, и говорил. Ну, так, он еще и понизил скорость нам. Вот незадача-то. Так, ну Сильвестра в любом случае надо добивать. Так, теперь мы сделаем, наверное... Блин, я даже не знаю, кого. Элмора. Скорее всего, да. Ух ты, на 208 ударил. И теперь... Вот так мы сделаем. Пускай
атакует мне курицу. Блин, не добили. Не тут-то было. Давайте подарочком. Ну, отлично получилось. Так, отхилимся маленько. И теперь, наверное, Даффи. Давайте-ка начнем его. Ох ты, 552 крит. Вот это очень хорошо. Так, а что такое морковка? Я уже забыл, а? А, повышение защиты. Будем знать. На-ка, всыпали бани. И они проигрывают. Ну, а мы выигрываем. И нам достается с вами какой-то сундук. Я надеюсь, не за 90 монет. Ох ты, это что такое? Это он так открывается? Ну-ка. Открыть за 26. Ну, давай откроем. Что в нем? Деньги, опыт, листья, кирпич, листья. Оу. Слушайте, довольно неплохой ревард получается здесь. Я очень доволен. Так. Давайте крутить тогда рулеточку с вами. Опа, нифига золотая. Ну, 4. Круто, ребята, нам скоро откроется охотник. Ах, немножко не хватило до золотой. Ну и... Ай, петух, ладно. Ну что ж, довольно неплохо, я считаю. Так, кто у нас там может брать двойное задание? Я уже забыл, если честно. Так, ну, по-моему, не Пигги и не Пепе. По-моему, кот. Да, именно он. Черт, одной не хватает. Так, давай, свин. Вот так-то оно будет получше. Так, и что теперь? Теперь у нас все. У нас 75 кристаллов. Ну, давайте еще один бой с вами сделаем. Так, я даже не знаю. Давайте вот это, вот этих попробуем. Так, 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 и вот Даффи возьмем. Давно мы его не брали. Пускай немножко повоюет. Ну что, подготовили сценку нам? Так, естественно, мы начинаем с Сильвестра. Потому что сами видели, как он бьет кнутом сильно. Смотри-ка, что он делает, а? Провокацию. Так, снижаем им скорость всем. Ах ты! Что-то творит. То же самое, а? Ладно, если он думает, что это ему поможет, тогда лови подарочек от самого Бани. Хорошо так бумкнуло, да? Так, отхил небольшой. И теперь... Давайте порки этого заколбасим. Нет, не вышло. Так, ладно. Наверное, сейчас мы его добьем. Отлично, все у нас получилось. Теперь сейфом Даффи. Ну, а Бакс Банни здесь один у нас ничего не сделает против нашей армии мультяшек. Опа. Нет, он еще крепкий парень. Вот все, теперь его Даффи добивает. И мы получаем с вами сундук. Я надеюсь, он не будет дорого стоить. Иначе мне придется, ребята, его выкинуть. У меня всего 70 монеточек осталось. 70 кристаллов. Так. Ну, что ты нам дашь? Ух, 84, ребята. Как бы это не выглядело подло с моей стороны, мне придется его выбросить. Хотя очень хотелось бы открыть. Ну что же, давайте крутанем рулеточку. Так, ага, хорошо. Даффи. И последний у нас. Эх, жалко, не знак вопроса. Ну что же, так, задание.
разобрали. Так, и давайте кого-нибудь отправим за заданием. Ну что ж, ребята, на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До новых скорых встреч. Удачи вам.